сайте Swipe. У нас есть два профиля. Социальная сеть с новостной лентой и личный кабинет партнера. В профиле социальной сети новостная лента. Здесь вы ведете свой личный блог. Рассказываете о своем бизнес-проекте, о продукции. И также знакомитесь с другими участниками через удобные мессенджеры. Вот здесь на картинке они показаны. Второй кабинет – личный кабинет партнера. Его получает человек, когда активирует какой-либо из тарифных планов. Здесь в настройках вы указываете фотографию, подгружаете и подключаете бот инфо, информер. Здесь у вас есть реферальная ссылка на сайт, имя наставника. И тут же вы можете нажать на имя наставника и подняться выше и выше и выше. И посмотреть и общаться с любым наставником. То есть есть возможность такая. Ну, сделаю маленький акцент. Допустим, вас пригласил на данную социальную площадку человек, который просто хочет быть пользователем, просто хочет рекламироваться на данной площадке свой бизнес-проект и не делает акцент на построении команды. Ну, бывает такое, да? То есть, чтобы вы нашли, имели возможность найти работающего партнера, вы просто берете вот здесь по дереву, поднимаетесь и смотрите вышестоящего партнера и общаетесь с ним. То есть вы никогда нигде не потеряетесь, вам любой партнер ответит на ваш вопрос. И даже просто можно знакомиться, общаться. А когда мы заполняем профиль, да, нам надо загрузить фотографию. И здесь у вас есть возможность ползунком скорректировать размер и выбрать ту область, которую вы хотите показать на фотографии, и нажать кнопочку «Применить». Рядом с кнопочкой еще есть «Включить оповещение в Telegram». Обязательно подключайте и объясняйте своим партнерам, зачем эта кнопочка нужна. С помощью этого бота-информера он будет вас информировать, кто прошел по вашей реферальной ссылке, кто заполнил анкету и кто подключил уже бот-информ и перешел в гостевой чат. И обязательно нажимаем кнопочку «Сохранить». Отличие от других соцсетей. У нас два профиля. Профиль в социальной сети «Новостная лента» и «Личный кабинет партнера». И плюс у нас есть многоуровневая партнерская программа. То есть мы занимаемся бизнесом рекомендательным. Мы ничего не продаем. Мы рекомендуем пользоваться данной соцсетью и сеть по партнерской программе платит вам вознаграждение. Какие у нас есть возможности? Есть кроссплатформенность, универсальный сайт-бот. О чем это? То есть у нас на сайте есть 4 ссылки. Ссылка на сайт, ссылка на лид-магнит, ссылка на чат-бот ВКонтакте и ссылка на бот Telegram. В новостной ленте у нас есть встроенный редактор текста, можно выбрать размер, заголовок, выбор шрифта, есть маркеры. И также у нас есть возможность выбора общения через любой мессенджер, который указал пользователь. Это ВКонтакте, Telegram, WhatsApp, телефон, e-mail. Вот здесь на картинке вот продемонстрировано. У меня подключены все мессенджеры и плюс еще почта. Как только человек заполняет свой профиль, подгружает фотографии, указывает в соцсети, человек получает готовый универсальный промо-лендинг. Здесь не надо ничего самим заполнять, он уже готовый. Это большое преимущество и отличие от других компаний. Да? То есть вы получаете лендинг с продающим универсальным текстом, он универсальный, видео, где рассказывается идея нашей социальной сети, и гостевой чат. Когда человек уже становится партнером, он попадает во второй чат, закрытый. Чат-бот ВКонтакте и чат-бот в Телеграм. Здесь в данном случае вы общаетесь с помощью чат-бота с вашим кандидатом, да, с человеком. То есть бот общается от вашего имени.
Бот заблокировать нельзя. Его можно только остановить, перезагрузить и обратно запустить. Это один момент. То есть вы бережете свои личные странички и общаетесь через чат-бот. Второй момент. Может быть такая ситуация. Вас заблокировали, либо вы потеряли телефон. В общем, вы потеряли доступ к своей странице в Телеграм. Ну или ВКонтакте, неважно. Ну, телефон, допустим, утонул. Что-то в таком случае делать. Вы оформляете аккаунт на новый номер телефона, заходите в настройки нашего сайта и там перепрописываете адрес вашего юзернейма. Что вам это дает? Ваша переписка никуда не денется. Она у вас хранится на сайте. То есть все ваши партнеры, переписка, все останется в сохранности. И вы возобновляете доступ к этим данным. Это тоже очень большой существенный плюс. И еще одна у нас замечательная возможность и отличие от других. У нас есть возможность видеть ваших партнеров в виде дерева после активации тарифа «Консультант на всю глубину партнерской программы». Это значит, что вы можете зайти на страничку к своему партнеру, партнеру нижестоящему. Вот вся ваша структура, вы ко всем можете зайти и также перейти в любой мессенджер и пообщаться. Это очень удобно. То есть инструменты для работы, для построения бизнеса здесь серьезно продуманы. Вот я здесь зашла именно на эти инструменты, увидела в этом огромную возможность, и действительно подтверждением является то, что достаточно быстро, чуть больше месяца уже я на площадке, и такой большой результат, больше 300 партнеров, не партнеров, а рефералов в проекте, да, то есть это партнеры и моих партнеров уже, моих нижестоящих людей. Это кратко. А сейчас у нас вот эту основную часть презентации я вам рассказала. Если у вас есть вопросы по программе, чтобы именно конкретно я показала визуальную часть, включила демонстрацию экрана, на сайт перешла, тогда вы поднимайте ладошки, задавайте вопросы. Кому неудобно, можно писать в чате, в комментариях. Ребята, смелее, да, у кого есть вопросы, как раз-таки по теме, которую Надежда рассказала, поднимаем ладошки и задаем, где что непонятно. Надежда уже конкретно вам покажет визуально на самой платформе, поэтому поднимайте смелее ладошки, да, и включаем вам микрофон, либо пишите в комментариях, да, если не можете разговаривать. Если вам все понятно, вы можете в комментариях также напишите обратную связь, все понятно, да, и тогда пойдем уже дальше. Наталья, подскажите, пожалуйста, можете написать в чат, понятно, а вот кто-то написал только не в комментариях, а как раз-таки где? А, в комментариях. Нет. Ага, не там я увидела, у меня уведомление не там. А, Наталья, напишите, все ли понятно? Есть какие-то, может, вопросы? Пишет Наталья, пишет. Наталья, видимо, там поэму пишет.
У меня есть некое сомнение, вот, к сожалению, почему-то отличается канал, вот, который был предыдущий у меня, и от новый созданный канал. Здесь я не вижу ладошки, я вижу микрофона. Может быть, с вашей стороны немножко Понятно, по-другому видно? спасибо. Дайте мне Только вопрос обратную связь. партнеров только зарегистрированных приглашать. Нет, конечно, Наталья, смотрите, вы здесь можете приглашать сюда на презентацию тех людей, которые еще не ознакомились с информацией. Возможно, они уже будут зарегистрированы, но они еще не слышали информацию. Возможно, они только познакомились, еще даже не зарегистрировались, у нас на платформе. Поэтому у нас и идет обзор для новых пришедших людей, чтобы каждый мог уже разобраться, да. Поэтому, конечно, приглашайте тех людей, которые еще не слышали о информации, и тогда все будет good. Я вижу тут новых пришедших, присоединились люди. Смотрите, ребята, если вы, бывает всякое, да, припозднились, запоздали, отлично, спасибо, Наталья, за обратную связь. Вы знаете, если хотите голосом сказать, вы напишите, да, хочу дать пояснение там, да, у меня вопрос. Мы включим вам микрофончик, чтобы было видно. Вот Надежда говорит, что не видит ладошек. Возможно, и вы не поднимаете ладошки. И что я хочу сказать, те люди, которые только новые, да, еще не слышали информацию, я вам рекомендую завтра с самого начала посетить презентацию, чтобы уже не было вопросов, да, потому что вы половину именно части презентации уже пропустили. Поэтому все отлично, все понятно. Тогда что, Надежда, дальше двигаемся? Да, тогда я предлагаю двигаться дальше, озвучиваем вторую часть встречи, которую проведет Елена. Какая-то новости, я так понимаю, будут, или по маркетингу, да, по маркетингу. Будет именно о возможности заработка этой сети. Как Да, раз-таки, что послушаю. я хотела бы вам и рассказать. Спасибо, Надежда. Да. Меня зовут Елена, еще раз, да, представлюсь. Сейчас, Надежда, можешь выключать именно, да, демонстрацию экрана. Потому что я тоже буду показывать демонстрацию экрана. И уже Сейчас конкретно подождите, говорить, сейчас иду. какие здесь возможности и перспективы. Не получается быстро с телефона, не совсем так часто с телефона заходила и делала, транслировать экран. Ну, пока разбирайся, я пока вот так вот выйду. Ребятам Я вот вроде расскажу. бы пытаюсь ее отключить, не получается. Ага. Попробуй перебить, сама включи, пожалуйста, демонстрацию, и, возможно, она перебьется. Я не знаю, какие-то изменения в Телеграм. Это тоже вот, кстати, такой момент. Почему нам очень хотелось бы иметь новую социальную сеть и общаться более профессионально? Перебилась, да? Нет, твоя все равно висит. Нет, нет, перебилась. Я вижу твою демонстрацию, а свои, а моя внизу. То есть у нас получается уже три экрана. Но вот я говорю, изменения в Телеграм есть, это видно по факту. Ну, не Ну, знаю, как разбирайся, пока включить. потихонечку разбирайся. Я пока начну. Ребят, всех еще раз приветствую. Меня зовут Елена, да? Что хочу сказать, я уже здесь с самого истока. И у меня уже как бы большая тоже команда, да, сейчас у меня откроется, я вам уже конкретно расскажу и покажу. У меня вот видите, да, здесь я вам показываю, у меня это зарегистрированные люди, да, то есть люди, которые именно пользователи, да, а партнеров у меня уже 403 партнера, людей в команде, да, у меня 3444, какая дата вообще, сплошные четверки. Смотрите, что я хочу сказать, у нас здесь возможно развитие два варианта, либо быть обычным пользователем, на которых зарабатывают партнеры, либо быть партнером, который зарабатывает на обычных пользователях. Да, это сеть, которая дает колоссальные возможности именно не только развивать свое направление, но и также зарабатывать еще. То есть это сеть, которая сама платит. Не вы платите сети и тратите деньги, а именно как раз-таки сеть вам платит. Те, которые хотят именно
стать партнером, частью этой сети. Ребята, это колоссальная возможность на самом деле. Во-первых, самое важнейшее преимущество – это у нас нет свободы регистрации. Что это значит? Что система запоминает, от кого пришел человек. То есть именно все люди, да, они с вами связаны, потому что мы ежедневно рекомендуем либо в обычной жизни, либо мы рекомендуем в работе, социальные сети, мессенджеры. По сути, для нас это просто как инструменты, да, как инструменты для интернет-предпринимателей. Здесь может быть комфортно всем абсолютно, начиная от обычного пользователя, заканчивая до опытного блогера. Также здесь инфобизнесменам, также интернет-предпринимателям. Всем здесь одинаково будет комфортно, смотря с какой целью человек пришел, но и эти цели тоже здесь можно реализовать. Смотрите, вообще, на самом деле, очень трудно развиваться в социальных сетях, потому что есть такие правила, пропускные алгоритмы, да, за которых зарубают нам просмотры. Но мы приводим аудиторию, на которой зарабатывает социальная сеть. Благодаря вот такой вот именно привязке, реферальной привязке, ваша аудитория, она никуда не уходит, она остается с вами. Более того, с вами сеть делится, да, именно доходом, только потому, что вы выбрали эту сеть для развития своего направления, при этом расширяя свою аудиторию. Что это значит, ребята? Люди ваши, пользователи, они тоже развиваются в сети и также тратят деньги в социальных сетях. Именно по необходимости, да, что это значит? Возможно, им нужна будет реклама, или им нужно купить голоса, или им нужно поднять свой рейтинг, да, это все именно такие инструменты, такие возможности, функционалы платные, ребята, да, как есть и бесплатные, так и есть и платные. Кому надо, пользуются, кому не надо, не пользуются, но люди постоянно тратят деньги в социальные сети. Там социальные сети делают колоссальные обороты. И так вот, благодаря такой привязке, теперь возможно как раз-таки и зарабатывать нам, простым людям, на своей аудитории, при этом развивать свое направление. Ребята, это колоссальная возможность, да, именно монетизировать, как если была, да, монетизация для блогеров в Ютубе, теперь это доступно и уже нам. Я вам здесь пока на время отключу камеру, чтобы вас не стеснять. Смотрите, я вам показываю как раз-таки демонстрацию экрана, где видно именно реферальная структура, да, что здесь именно по монетизации хочу вам рассказать, ребят, смотрите. Во-первых, да, вашим людям не обязательно быть партнерами, да, а чтобы стать партнером, это необходимо взять именно подписку. В отличие от других серверов, у нас подписка. Нету срока годности, не нужно ее продлевать, не нужно ее заново покупать. Вы берете один раз навсегда. То есть нету абонентской платы. У нас этих подписок как раз-таки 6 вариантов. То есть если вам нужно в дальнейшем повысить свой статус по потребностям, да, либо вы хотите функционал дополнительный, или хотите вы еще больше зарабатывать, вы просто, вам не нужно заново покупать, вам нужно именно сделать апгрейд, недостающую сумму до следующего, да, для следующего уровня подписки. И она также остается с вами навсегда, то есть срока в ней нету. Это большое преимущество, то есть взяли и забыли. Но благодаря этой подписке она еще и приносит деньги, то есть вы становитесь не просто пользователем, а именно партнером, который зарабатывает на пользователях. Здесь вот смотрите, так как я являюсь партнером, чтобы мне зарабатывать на моей аудитории, у меня уже почти около 3500, да, как раз-таки о моей аудитории, да, естественно, я не всех их я пригласила, а именно работает как раз-таки команда. Но я могу с них получать, согласно именно маркетингу классическому, да, вот по этой табличке я нахожусь на тарифе подписки премиум, и я, согласно вот этой таблице, на 5 уровней я получаю именно вознаграждение от потраченных денег как раз-таки своей аудитории. Им при этом не обязательно быть партнером или иметь подписку, ребят. Допустим, им нужна вот первое, что у нас появится, это реклама, да. Получение как раз-таки мы будем получать все еще из рекламы.
Так если люди находятся у меня, мои люди, я помимо того, что буду получать, так как у меня мой тариф позволяет еще и зарабатывать на пассиве, чуть позже об этом расскажу, но я согласна вот именно этой таблице буду по классическому маркетингу зарабатывать именно от покупок моей аудитории. То есть это монетизация. То есть я могу их даже и не знать, но я могу зарабатывать. Хочу вам именно по этому поводу буду показать как раз-таки таблицу, как это вообще выглядит, да. Сейчас сделаю демонстрацию экрана этой таблички и вам продемонстрирую. Так, угу. Видно, да? Вижу, что видно. Поэтому смотрите, допустим, здесь сейчас, да, небольшие суммы, но смотрите, здесь прописаны все тарифы, то есть подписок, да, у нас их 6. А можно начать именно даже со смарт. Но здесь только на один уровень 10%. И, допустим, вы пригласили двоих человек. Ну, это же реально двоих пригласить, ребят. У нас ежедневно по 100, более 100 человек регистрируются ежедневно. Естественно, это аудитория. И вот, допустим, у вас есть, пришли у вас два человека. Естественно, на втором уровне у вас уже будет 4, потому что каждый по 2 человека, если пригласить на 5 уровней, 32 человека. Понимаем, да? И если эти 32 человека именно потратят 100 рублей хотя бы, да, за месяц, ну это же реально. Люди тратят огромные деньги вообще как бы в сети, если те активно развиваются. На смарт 20 рублей, в теме 66, матерый 108 рублей, стандарт 144 рублей, премиум 192 рублей и VIP 232. Именно если 32 человека всего потратят 100 рублей, это вот просто вам прилетает. Да? Казалось бы, что это маленькая сумма, да? Но, ребята, мы же с вами понимаем, что мы говорим ежедневно, говорим о том, что есть такая сеть. Даже просто для интереса регистрируется гораздо больше человек. Естественно, допустим, у нас здесь будет 10 человек, от вас придет 10 человек, ребята. Это более чем реально. Уже на втором уровне будет 100 человек, на третьем уровне 1000, на четвертом 10 тысяч и 100 тысяч на пятом уровне. Потратит по 100 рублей. Уже приятные суммы, верно, да? На смарте получите его 100 рублей, да? Это тариф пробный, который можно попробовать, посмотреть, как система распределяет денежные средства. В теме 11450 матерые дает, позволяет уже больше процента, да? 67100. На стандарте 122 800, на премиум 180 тысяч, на ВИПе 236 200. Ежемесячно просто так вам прилетит. Я думаю, это уже более симпатично, правда же ведь? И хочу сказать вам, что это быстро идет развитие, да, на 5 уровней. Но если у вас еще 5 уровней нет, это не значит, что вы не будете получать, да, люди будут тратить, вы даже знать их не будете, да, но они связаны по вашей ссылке. То есть первый уровень у вас – это те, которые пришли именно соединены с вами именно вашей ссылки напрямую, ваши личные приглашенные. Второй уровень – это приглашенные личные первого вашего уровня. И вот таким образом 5 уровней. Они у вас, эти люди, и так есть, ребята. ВКонтакте, к примеру, да, у нас есть ВК, российская тоже платформа социальной сети. Вы посмотрите, сколько у вас там друзей. Их гораздо больше. Их гораздо больше. Даже к своим друзьям тоже зайти там. И у кого 3000 друзей, у кого 10 тысяч друзей, да. Там у вас гораздо большая аудитория, там больше миллиона у вас накопится, если вы на 5 уровней посмотрите друзей-друзей, у кого сколько по количеству, понимаете? И они постоянно тратят деньги, ребята. Действительно так, просто никто об этом не задумывался, что из топ-категории, а что можно было так, да? Допустим, вот у нас ребята, одна же девушка пришла, она говорит, мне за 3 дня, только зарегистрировалась, за 3 дня у меня пришло уже 145 рефералов. Вот представляете, 145 рефералов. Вот и как у нас будут продукты новые появляться, они также будут тратить деньги. И вот смотрите,
145 рефералов, первый уровень. И вот они также все по цепочке. Вот представляете, 5 уровней, уже какая аудитория, да это же обалдеть. Здесь цифры у меня просто не умещаются, ребят. Вот смотрите, да, уже чувствуется, что что-то как-то странновато. Но на самом деле здесь крутится в социальных сетях огромные деньги. И здесь как раз-таки можно монетизация. Это именно монетизация, на которой можно существовать, ребят. Вам только нужно как раз-таки попробовать начать просто запустить эту машину. Далее, что я хочу, это как раз-таки, что касаемо монетизации, первый источник дохода, ребята, это только первый источник дохода. Далее, поехали. Смотрите, так, пока демонстрацию. Ага, так, смотрите. Далее, что я хочу именно сказать, именно о партнерской программе. Когда человек покупает подписку, их у нас, смотрим, да, 6 видов, который позволяет именно заработать. Здесь можно зарабатывать и активно, ребята, и пассивно. То есть у каждого своя цель. При этом вы в этой сети, как Надежда ранее показывала, вы еще можете именно транслировать свое направление. Были такие, да, которые рассказывали, что я только зарегистрировалась, еще не узнала возможности, но мне уже выставила пост, попробовала, да, и мне на следующий день звонят с этой сети свайпал, да, позвонила девушка и попросила дать ей информацию о моем направлении. Вот представляете? Потому что эта ниша пустая, потому что ее видно, конкуренции нет, нет такого информационного потока. У нас всего в системе 419 партнеров, не пользователи, ребята, а именно на премиальных статусах, то есть это партнеры. Это всего ничего, ребят, для социальной сети. Поэтому здесь прям не только ниша свободна для развития своего направления как социальной сети, но еще к тому же развивать свой бизнес. То есть здесь вы берете уже готовый бизнес, ребят. Партнерская программа на самом деле очень вкусная. Здесь идет, вы о каждом можете посмотреть, да, как каждом тарифе, что здесь именно написано, что сюда входит, за что получают. Здесь вот как раз-таки бонусы за покупки рефералов, монетизация, о которой я ранее говорила. Далее на этом тарифе у вас сразу есть реферальное вознаграждение без ограничений, ребята, 15%. То есть не нужно какие-то изнурительные делать какие-то маневры, чтобы выйти на хороший процент и зарабатывать. На этом тарифе уже люди существенно зарабатывают, и это факт. То есть партнерская программа позволяет именно наслаждаться процессом, да, при этом развивать свое направление. Здесь нету каких-то абонентских платы, да, какая-то личная закупка или ежемесячных оборотов нету. Вот здесь загромождений нету. Только заходи и развивайся. Но если ты еще в процессе развития приводишь сюда аудиторию, ты за это еще и получаешь деньги, и очень хорошие деньги. Также у нас есть здесь, помимо того, что активно, да, то есть это доход активный, от суммы зашедшего человека, те, которые заходят по партнерке, ребята. В партнерку попадает человек уже начиная с первого, как раз-таки подписки тарифа с первой, да, именно смарт. Он уже занимает место. Почему это важно? Все очень просто. Ребята, вы занимаете место благодаря автоматическому заполнению сверху вниз, слева направо идет выравнивание структуры. Чем раньше вы заходите, тем быстрее выравнивание структуры до вас дойдет, и вы будете именно получать вознаграждение. Да, под вами уже выстраивается, хотите вы того или нет, выстраивается команда. Со второго тарифа вы уже получаете командный бонус и именно с этими людьми, которые попадают вам в команду. То есть именно командный бонус. Человек может попасть не только ваш приглашенный, а именно приглашенный вышестоящего наставника или наставников. Понимаем, да? На этом тарифе именно 10 уровней в глубину. И здесь вы получаете до 75 рублей CV. Оно один к одному к рублю равняется. И здесь уже вам подсчитали, да, максимальный суммарный премиальный командный бонус на этом тарифе у вас составляет 153 450 рублей.
Ребята, если даже вы попу не поднимете, 10 уровней вам могут выстроиться люди именно даже с переливом. И вы получите вот эту сумму. Вам ждать при этом не нужно, когда она накопится. А у нас система идет автоматическая, идет моментальное вознаграждение распределения денежных средств. То есть, когда происходит транзакция, в этот же момент, в эту же секунду идет распределение денежных средств по системе. То есть, ждать вам, когда закроется там бинар, щелкнется, или когда стол закроется. Ребята, здесь такого нету. У нас нету столов. А какой-то делать принудительные реинвесты или еще что-то, этого делать не нужно. Если у вас есть потребности, и вы смотрите на список, на перспективу вперед, потому что вот на матером уже, помимо того, что монетизация, да, по классике, плюс у вас здесь уже 20% сразу максимальный уже процент реферального вознаграждения без ограничений, то есть от суммы зашедшего человека. И здесь уже 11 уровень в глубину. Да, вы получаете до 300 CV. То есть, да, смотрите, здесь посчитали максимальный суммарный командный бонус. То есть помимо того, что люди попадают вам в команду, еще раз повторяю, да, вы еще и получаете денежное вознаграждение. И суммарный командный бонус максимальный на 11 уровней – это 1 228 200 рублей. И вы можете не ждать, когда эта сумма накопится, да, когда все 11 уровней закроются. Вы можете выводить да, эти деньги, как вам заблагорассудится. Либо через систему, либо внутрянку, никто не отменял. Смотрите, да, коммуницируйте с партнерами, своим наставником. И, естественно, каждый тариф, свои преимущества, ребята, и здесь возможности колоссальные, да, здесь уже уровень 12 и уже максимальный суммарный премиальный 6 142 500 рублей. Командный бонус, если человек даже попу не поднимет, а если он будет еще активно развиваться, то гораздо больше будет получать, сами понимаете, да. И здесь еще возможность. Третий, да, вид источника дохода – это как раз-таки чистый-чистый пассив. Не только когда вам люди попадают в команду, но и также еще иметь, вы участвуете в распределении 10% от всех транзакций за CV на площадке, за исключением активации, то есть приобретения, либо апгрейдов статуса премиум и VIP, потому что это пакеты выше. То есть, представляете, от оборота всей платформы. Если вы посмотрите, сколько делают социальные сети оборот, вы там просто приятно обрадуетесь, какие перспективы нам сулят. ВК делает 25 миллиардов в год. Поэтому, ребят, Facebook вообще молчу, но обязательно в следующий раз презентация озвучу, кому будет интересно. Но на самом деле там такие деньги, но, естественно, там и... А никто не знал, что Facebook наберет такие обороты. Никто и не думал, что так развернется, но, пожалуйста, сеть популярна. Поэтому, но вот такая сеть, которую предлагают еще и партнерскую программу, такой точно нигде нет. И через год это может оказаться именно важнейшим преимуществом отличия от других социальных сетей и мессенджеров. Здесь в этом следующем тарифе премиум попадает человек сразу в два пула и делит уже до 20% от товара, от оборота всей платформы, да, всей сети. Именно по 10% в каждом пули, да, среди участников равной доли, ребята. Стандарт пул уже озвучила, именно премиум пул, как раз-таки здесь идет участие распределения 10% от всех транзакций за CV на площадке, за исключением активации, то есть приобретения апгрейда статуса VIP, потому что это самый высокий статус. На VIP, а тоже здесь уже командный бонус, уже 184 миллиона 305 тысяч рублей, да, 14 уровней здесь идет, поэтому также реферальное вознаграждение тут 20% без ограничения, и здесь человек попадает сразу в три пула и делит до 30% от оборота всей сети с
среди участников равной доли. То есть и в 10%, и в стандарте 10%, и в пуле, премиум пуле, и 10% среди участников VIP пул. Здесь ото всех транзакций на площадке. То есть здесь ограничений нету. Это VIP пакет самый высокий, ему вообще все равно, он звезда, так сказать. Смотрите, именно, то есть о возможностях вы можете здесь почитать. Сколько количества людей в пулах вы также можете посмотреть в разделе пула. Да? Чем дороже пул, тем, естественно, меньше народу. Чем меньше народу, тем больше ваша доля. Естественно, мы развиваемся и доход растет. То есть балансируем, ребята, все равно перспективы колоссальные. Да? Именно здесь чистый пассив. Не только когда к вам команда попадает, но и уже от неважно кто, слева, справа, сверху, снизу, вдоль, поперек, кто-то покупает что-то, кто-то покупает подписку, неважно, происходит оборот, и вы получаете денежное вознаграждение. Вот это возможность вообще колоссальная. То есть у нас партнерская программа «Маркетинг» выстроена так, что вообще он на самом деле простой, и в нем разобраться может абсолютно любой, не оставит никого равнодушным. Это не только мои слова, а слова специалистов. Также здесь зарабатывает абсолютно каждый. Вот что мне важно для меня, чтобы моя команда, мои люди зарабатывали, ребята. Неважно, на каком он этапе заходит, если он активный партнер, он, чтобы мог зарабатывать вне зависимости от того, не кормить там сверху вышестоящих, а именно зарабатывать от своей работы. А вот что я хочу именно пример привести. Ребят, почему важно сюда как раз-таки заходить, именно занимать место? Вы можете занять место уже даже с первого пакета. Это очень важно. Смотрите, вот у нас команда, да, Александра. Естественно, хочу вот на примере как раз-таки девушке показать. Наставник Екатерина Ковалева. У нее, с одной стороны, попал человек, да, Александр, а с другой стороны попала у нее в ножку Светлана. Да, смотрите, дело в том, что у нас сверху вниз, слева направо заполнение. Первый уровень всего два человека. Третьего, кого вы приглашаете, встает под первого человека. Вы получаете реферальное вознаграждение, как это ваш личный приглашенный, и плюс командный бонус. Ну и ваш первый человек тоже получает командный бонус, потому что третий человек, которого вы пригласили, упал в структуру первого вашего приглашенного человека. То есть тем самым зарабатывает абсолютно каждый человек. Вот хотел на примере показать. Вот это Светлана упала. Ребята, человек никого не пригласил, ни одного единственного человека. Ни одного. К ней посчастливился, упал Михаил Уразов, да, упал сюда в команду Михаил Уразов. Где это? Ой, я уменьшила. Вот. У него, смотрите, какая команда. С одной стороны у него веточка, другая веточка. Вот это его команда. Вот она. Видите? Огромная. Ей посчастливилось, Светлана, что к ней попал Михаил. И вот Михаил выстроил уже вот такую команду. У Михаила попалась Надежда Магера, которая активный человек, и выстроила вот ее команда, ребята, вот ее команда, естественно. И вот эта Светлана каждый раз, когда человек падает сюда, видите, это все в ее в команде. Люди попали в ее структуру, и она каждый раз получает командный бонус. Вот представляете? То есть ей посчастливилось как раз-таки, что под нее упал вот такой активный человек. И под вас тоже может оказаться упасть такой человек. Поэтому очень важно заходить как можно скорее, занять просто место. Потом вы можете вникнуть в суть, посмотреть, как это, когда увидите, что у вас растет команда, когда вы сами будете делать статусы, апгрейды, чтобы получать как можно больше командного бонуса, вознаграждения, ребят. То есть именно вот таким способом, да, выстраивается, выравнивается. Вот у Надежды, да, пошла выравнивание. Ага, следующий, кого она пригласит, уже вот сюда будут падать люди. Все, выравнивается структура.
Понимаете? Вот пока полностью весь ряд не заполнится, она на следующий уже ее люди пока не попадут. Тем самым идет выстраивание. Да? Вот человек, Владимир, у него два стоят уже человека. Дальше он кого пригласит, допустим, Татьяну, система ищет свободное место, смотрит, ага, у каждого должно по два человека стоять. Здесь стоит два, здесь стоит два. Значит, ряд закрылся, следующий нас, третий ряд заходим. У Владимира свободное место, значит, сюда пойдет человек. Следующего пригласит или Ирина, либо Владимир упадет второй под него. Если вы здесь любят, да, девчонки активные, ребята, Сергей вот тут, и он заполнит здесь, значит, поставятся сюда два человека, потом вот под этот аккаунт поставится, если здесь будет занято. То есть система ищет, где свободные места. Тем самым людей получает и зарабатывает абсолютно каждый. Я хотела вам еще показать именно на примере как раз-таки командного бонуса, чтобы вы увидели, как наглядно, как это вообще выглядит, да? Сейчас в табличке вам покажу табличку. Так. Видно. Ага, смотрите. Здесь я прописала в табличке именно сейчас, да, какие у нас цены, ребята, но у нас есть именно волшебный промокод, вы можете запросить у своего наставника, если у него остался промокод, дополнительная скидочка, которая именно вот на эти суммы, да, вот которые я ранее показывала, тарифы, если вы обращали внимание, сколько они стоят, да, здесь дополнительная еще скидка, то есть матерый будет не за 20, а за 10, стандарт пул будет вместо 50, будет 25, премиум вместо 100 будет 75 тысяч рублей, да, и VIP 250, дополнительная скидка, ребята. И вот смотрите, именно расписана у нас многоуровневая партнерская программа от 10 до 14 уровней, и здесь как раз-таки нарисован командный бонус, ребята, люди, то есть на каждом уже уровне вы можете посмотреть, когда он весь заполнится, сколько вы на каждом уровне можете зарабатывать чисто по командному бонусу, ребят. Это на самом деле колоссально, да, это могут не только ваши люди устраиваться. А здесь, если вы активный человек, то вам помогают также, ребята. А, то есть у вас, вот у меня личники все перемешались, на самом деле у меня люди стоят, вся моя структура, это мы все общая команда. То есть под моих же первой линии все друг дружку попали именно в том порядке, в котором заходили. Чем позже человек зашел, тем он ниже места занимает, да. Поэтому здесь вы можете посмотреть, какие суммы. На ВИПе вообще да, получает человек по командовому бонусу 184 миллиона 305 тысяч рублей. Вот смотрите, да. Поэтому даже попу, если не поднять, вот стандарт пул, и это только командный бонус. То есть это второй источник дохода, да, который я вам показывала, когда человек попадает именно в вашу команду. А, то есть помимо монетизации, вот именно еще реферальное вознаграждение, вы еще получаете здесь командный бонус. А также вот на этих тарифах стандарт, премиум, VIP еще есть пулы пассивного дохода. То есть там получение от 10 до 30% от оборота всей платформы. И там уже суммы уже совершенно другие. Поэтому если есть вопросы, можете задавать. В принципе, я самое необходимое, что хотела сказать, уже рассказала. Да? То есть у нас, смотрите, кейсы абсолютно вообще... Вывод у нас, да, в системе от 20 тысяч рублей, да, но, ребят, вот человек заходит, начинает активно вникать в работу. Мы помогаем на всех этапах, да, если нужно даже индивидуальные презентации для ваших людей привести, потому что все люди разные, да, приходят, мы также и проведем да, презентацию как раз-таки индивидуального характера. Никто не отменял. Конечно, по договоренности все вам поможет. Но что я хочу сказать. Человек, да, зашел человек, стал работать и буквально
2-3 дня человек заработал денежку и выявил более 20 тысяч рублей через систему. Еще, насколько мне известно, внутрянка его выводил человек. То есть вот это кейсы, ребята, вот это результаты. Если партнеры, которые зашли на второй день, то есть активировался вечером, на следующий день за день заработал более 9 тысяч рублей сразу. То есть здесь возможность заработать от 100 рублей до 100 тысяч рублей с одной транзакции, ребята. Здесь можно также быстро зарабатывать, если вы еще и активный человек. То есть понимаем, да, что вы можете здесь даже с первого человека приглашенного сразу получить вознаграждение и окупить вас полностью тот ресурс, который вы потратили как раз-таки зайти на тариф, да, который вы приобретаете бизнес. Поэтому, что хочу сказать, вот тарифы я уже промокод активировала, и мои суммы вот такие сейчас составляют. Матерое место 20, у меня 10 тысяч, стандарт пол вместо 50 – 25 тысяч рублей, премиум пол вместо 100 тысяч – 75 тысяч рублей. Да, здесь у меня моя определенная сумма, потому что мне этот тариф еще не активирован. Это мне, как я ранее говорила, мне не нужно заново покупать, мне нужно доплатить недостающую сумму, да, до ВИПа. За промокоды ВИП стоит 250 тысяч рублей, но так как я на премиум нахожусь, мне не хватает вот 175 тысяч рублей, если я хочу перейти на VIP-пул. Да, то есть здесь персональная сумма апгрейда каждого человека. Если у вас уже куплены тарифы, то есть вам не нужно их по очереди покупать. Нет, ребят, если вы заходите на премиум, у вас значки все сразу загорятся, которые до этого пакета. То есть это значит, что все преимущества, которые предыдущих пакетов, они у вас уже есть. То есть вам не нужно покупать отдельную подписку каждый раз, каждую покупать. Нет, вы берете, допустим, там Dark Pool, значит, у вас есть преимущества всех предыдущих пакетов. И также галочка загорается. То есть это именно такая возможность, да, колоссальная. Поэтому здесь люди, развиваясь, да, также пользуются инструментами бесплатно, которые им уже доступны. Лендинг, да, чат-бот, ВК, Телеграм, которые генерируются огромное количество людей, ребят. Сказать, какой лучше, какой хуже, невозможно, потому что и с лендинга идут дуром люди, и с чат-бота идут. Кому это нужно пробовать, просто сказать, какой лучше, какой хуже, невозможно. Но здесь есть возможность еще и зарабатывать. То есть те же действия, которые вы выполняете в социальных сетях, рекомендую, да, социальные сети. Мы даже вот в работе, ой, давай созвонимся, да, созвонимся, а где мы будем созваниваться? А, давай в Телеграме, давай в Телеграме. Ой, а у меня, если кто-то говорит, у меня нет, ой, скачай, что, такая шикарная вещь, да, то есть мы рекомендуем. И, естественно, нам никто спасибо не скажет, даже и знать не знает, что мы привели от тех или иных людей. Ну, от нас источник какой по цепочке могло бы пойти, если у нас была вот такая ссылка, да, приглашение, именно реферальная ссылка, которая привязывается, да, в этих инструментах сразу вшита ваша также ссылка реферальная и ваши данные, которые человек может свободно с вами связаться. То есть здесь вам по голове не настучат, по губам не нахлопают, попу не напорят, да. Преимущество, которое как раз-таки хочу еще заметить, то, что вы, когда пишете посты, ребят, это мои посты, лента новостей вам уже показали, да, то есть вы можете к человеку любому зайти и уже общаться с той аудиторией, которая уже на этой платформе есть. Но здесь есть такая возможность уникальная. Во-первых, вот здесь попробуйте. Здесь может цветом выделить, да, Надежда уже об этом сказала. Но вы можете написать, допустим, слово, рассказали о своем проекте, слово написали подробнее или еще что-то. Вы сможете привязать кликабельную ссылку на текст. Допустим, вы активно развиваетесь в ВК, допустим, где там или у вас группа есть, и вы хотите рассказать о ней, или вы развиваетесь в другом проекте.
можете свою рефссылку привязать или еще что-то. Понимаете, да? То есть вам за это зарубать просмотры не будут, ребят. Понимаете, да? Но вы, рекомендуя эту сеть, что вы уже развиваете эту сеть, которая платит, представляете, какая у вас аудитория будет? Не только с теми, которые в этой сети, но еще у вас именно как раз-таки своя CRM-система собирается, ребят. Это просто удивительно. То есть вопрос, где здесь клиентов, потребителей или партнеров, вообще самим собой отпадает, ребят. То есть я могу видеть, благодаря тому, что у меня это доступно со второго пакета тарифа, да, я вижу не только свою первую линию, но и всю глубину. То есть все вот эти 3444 человека я могу их видеть. Могу на любого человека нажать на любого человека и зайти в его профиль, посмотреть, на каком статусе человек находится. Могу связаться удобным для меня способом и сказать «Привет, друг». Это моя первая линия, да? Но те люди, которые из глубины, которые вас не знают, можете сказать «Слушай, друг, привет, я увидел тебя как раз-таки в новой народной сети Свайпал». Давай дружить, да, люди уже в теме, они вас банить не будут. То есть это уже у вас есть общая тема для разговора, с чего начать разговор. И еще такие возможности заработка. Монетизировать, ребята, всю эту аудиторию. Это же колоссально. И партнерская программа, которая вам дает еще больше гораздо денег. То есть они, на самом деле, вот эта подписка, они бесценные, ребята. И их вообще, я считаю, что они очень дешево стоят. Почему? Потому что те возможности заработка денег, которые дают именно активно и пассивно, но здесь, естественно, цены, ну, мне кажется, очень занижены, потому что они на самом деле очень ценные эти, да, в перспективе, что вообще и сейчас, в данный момент, люди уже зарабатывают. Люди зарабатывают и выводят деньги. То есть вот я говорила, да, что люди заходят сразу, там, за 2-3 дня зарабатывают и выводят деньги. Но это разве не здорово? Мне кажется, очень здорово. Поэтому я надеюсь, понятно вам рассказала, донесла информацию, что здесь можно зарабатывать абсолютно. Каждый может заработать и активно, и пассивно. Именно не тот пассив, который сначала наработаете его и потом получите. Нет, ребята, вы можете от оборота всей платформы зарабатывать на пассиве. Именно от оборота, который создают активные люди. То есть вам вообще без разницы, кто делает обороты. Вы еще больше будете рекомендовать, потому что вы еще сможете монетизировать свою аудиторию. Представляете, да? То есть оно это все автоматом. Для этого действия какие-то дополнительные не нужно, если вы партнер. Потому что у вас люди все равно регистрируются, и они будут что-то покупать на платформе, и вы будете все равно получать. Хотите вы того или не хотите. Потому что человек, который к нам присоединяется, все, он попадает как раз-таки в нашу партнерскую программу и получает деньги. Но если не нужно вам денежки, можете кому-то подарить. Да, я думаю, ваш пригласитель точно не откажется. Поэтому отключаю демонстрацию экрана и возвращаюсь как раз-таки в чат, который так размещает наши партнеры, видит только наши партнеры, еще кто-то видит. Смотрите, Наталья, да, чтобы вот как обычно в социальных сетях, вы же, когда заходите в социальную сеть, да, то есть вот я скачивала, да, пользовалась там Twitter, да, какие там еще у нас есть другие социальные сети, да, ну даже ВК взять, чтобы вам посмотреть аудиторию, посмотреть новости, вам нужно сначала зарегистрироваться в этой сети. Как вы ее откроете, посмотрите там новости или еще что-то. TikTok тоже сейчас она там, да, закрыта. Вот, в любой сети, прежде чем туда зайти посмотреть,
вы должны ее зарегистрироваться в этой сети. А как вы там с ними будете общаться, коммуницировать с людьми, если у вас нет аккаунта, ребят? Конечно, это же социальная сеть. Поэтому вы можете, регистрация-то бесплатная, но вы уже можете посмотреть возможности и развитие, да, также порекомендовать посмотреть 1000 рублей самый стартовый пакет, да, попробовать, как Александр Сисин говорит, что вот 1000 рублей это 4 шаурмы, 1000 рублей, да, которые вы просто, грубо говоря, на унитаз работаем, да, съели, сходили в туалет и все, и они вам деньги не принесли, но это подписка, которая может вам открыть возможности колоссальные. Во-первых, вы займете место, потом сможете сделать апгрейд и получить денежное вознаграждение, ребята. Но у вас уже, вы очередь заняли, то есть вы уже место ваше, никуда оно не пропало, да, и вы уже можете в любой момент, то есть подготовили бизнес-место себе, как сказать, постелите эту красивую перину, куда можно было вам вернуться и, да, хорошо, как сказать, попу свою посадить на мягкую перину. Но это нужно подготовить, поэтому я считаю, что нужно именно разные варианты, чтобы были как подушка безопасности, потому что действительно лучше потратить даже на перспективу и попробовать 1000 рублей. Ребята, но это на данный момент, ну, не деньги на самом деле. В магазин пойдешь, гораздо больше потратишь. Но опять же, ну, что в магазин мы ходим, нам деньги это не приносит. А здесь тот ресурс, который запускаете машину, понимаете, тот, который вам откроет перед вами еще больше денег. Поэтому выбор, конечно, за вами. Мы только предлагаем, вы сами выбираете, да, сами себе. Так, вопрос еще задали, да? Запись вебинаров бывают. Смотрите, да, мы ведем записи, да, если вам необходимо что-то вы забыли или что-то вы можете также по запросу запросить, пригласитель вам предоставить запись. И, естественно, у нас в дальнейшем, так как мы, ребята, нам всего полгода, да, и наши сети, первый функционал сети, который нам даже у нас еще не предстарт, всего-навсего месяц, да, вот возможность писать посты, смотреть ленту новостей и также общаться, подписываться на других участников. То есть нам всего самой сети месяц всего, да, но так как мы партнерская программа, мы развиваемся, нам уже полгода, то есть есть полгода. Поэтому вы прям попали в момент. Это из той категории, да, что в нужное время, в нужное место. У вас фора перед всеми остальными. Поэтому ребята, хотите, присоединяйтесь, хотите, не присоединяйтесь. Но уверяйте, люди, которые сейчас проявляют себя, это уже обеспеченные люди, потому что такие возможности даются раз на миллион, правда. И когда вы ее упустите, возможно, еще предоставится когда-то. Но сколько лет пройдет, прежде чем вам предоставится вторую возможность? Ведь социальных сетей много, да. Но не каждый дает такую возможность. Вот есть социальные сети, допустим, Росграм. Кто-то, наверное, слышал. Там сейчас очень много инвестируют деньги. Простому народу, те, которые, да, которые, вот у нас возможно даже за 1000 рублей зайти, в Росграме такой возможности нету, ребята. Там крупные инвесторы, да, инвестируют. Там даже один никнейм стоит сколько там, по последним данным, еще не проверяла последние новости, да, 50 тысяч рублей никнейм. Понимаете, да? Поэтому и обещали запуститься через месяц, ребята. Уже год прошел, они так и не запустились. У нас уже сеть
платье с самого первого дня. Сеть уже запустилась, первый функционал запустился еще даже раньше срока. Поэтому вопрос, запустится или не запустится, уже запустилась, ребята. Будет платить, не будет платить, уже платят, уже с самого первого дня. Даже еще сети не было, функционала не было даже никакого. Сейчас у нас хотя бы есть о чем сказать и что предложить. Ну, возможности здесь на самом деле, особенно для интернет-предпринимателей, да, которые сейчас очень трудно развиваться в интернете. Здесь колоссальные возможности, ребята, даже просто за бесплатную регистрацию вы получаете инструменты, за которые сетевики платят ежемесячно немалые суммы, да, то есть это лендинг, чат-бот, и то покупают конструкторы, но как практика показывает, мало у кого есть техническое какое-то образование или навыков, да, чтобы разобраться, тем более, кто имел возможности как раз-таки обучаться, знать, как это вообще бот собирается, да, разбираться в конструкторах, то там нужно еще свои начинки туда заложить, то есть именно тот текст, который сработает. Опять же, как его узнать, этот текст? Только методом тестирования, да. А здесь уже все готово, ребята, вам ничто не тормозит работу, то есть берете и пользуйтесь, они универсальны под любой бизнес вообще. То есть там это лид-магнит, который вам генерит уже то есть, да, заявки. То есть вы общаетесь уже с людьми. То есть вам нужно всего лишь навсего да, заявить о том, что вы здесь, что у вас есть такой замечательный инструмент, да, хотите — берите, не хотите — не берите. Но я говорю, люди, те, которые начинают сейчас вникать в суть, с бешеной скоростью, в общем, залетают партнеры, и многие идут. У всех разные, кто-то идет на инструменты, кто-то идет на заработок. А для меня это, ребята, основной источник дохода. То есть я именно искала такую возможность, именно надежную. Я уже в хайпы там, вот эти вот, уже наелась, я уже не настолько, как сказать, экстремальный человек. Мне нужна надежность, перспективы, чтобы были, и чтобы чисто и прозрачно было. Потому что здесь именно я могу просчитать вплоть до копеечки, ребят. Те люди, которые на полах находятся, здесь можно просчитать, узнать, какой прошел товарооборот. Понимаете, да? То есть все наглядно, чисто вплоть до копейки распределяется. Поэтому здесь легко все просчитать. И это мы показываем, мы обучаем именно в процентных соотношениях. То есть каждый человек может партнеру у нас сам просчитать. И это все мы доносим и обучаем. Поэтому, если есть вопросы еще, пишите, ребята, отвечу на все интересующие вопросы новых пришедших. У нас Наталья подняла руку, хочет задать вопрос. Я сейчас включу микрофон. Наталья, говорите, пожалуйста. Или уже вопрос стал неактуален? Ладошка у вас давно поднята. Ну, пока оставим. Может, кто-то еще хочет сказать? А кто хочет взять микрофон, пожалуйста, поднимайте руки, и я включу вам микрофон. Или пишите в комментариях, ребята, пишите. Да, включила. Включила я Наталью другой, Наталья Илларионова. Я включила микрофон двум Натальям, кто поднял руку. Девушки, если вы просто включаете микрофон, то не говорите. Меня сейчас спрашивают. Я просто хотела сказать, что как бы, да, очень хороший сайт у нас. Много, столько плюшек, возможностей. Еще и ссылки у нас организованы нашими руководителями. Все идут сразу с ботами, привлекающие клиентов. Это вообще супер. Не в каждой компании такое встретишь.
Вообще красота. Благодарю наших вышестоящих. Все у меня. Спасибо, Наталья. Кто еще хочет сказать? Так. Наталья тут есть. А хочешь узнать как? Наталья, вам включили микрофон, вы подняли руку. Наталья, вам есть что сказать? Может, у вас вопрос? Или уже вопроса нету? Наверное, нет уже вопросов, раз Наталья, может, отошла или еще что-то. Ребят, смотрите, если нет уже вопросов, вы можете также потом, если у вас возникнут вопросы, вы их запишите, задайте эти вопросы своим пригласителям, кто вас пригласил, а также у нас ведутся презентации каждый день, ребят. То есть приходите в 6 часов в Москве, у нас презентация. Также вы можете пригласить своих приглашенных людей, да, ознакомиться с такой информацией. Дать им возможность тоже узнать, возможность в перспективах новой сети. Поэтому Александр, который задавал в чате вопрос, да, запись вебинара бывает, вот я веду, конечно, не сразу, не самого первого слова начала запись, потому что забыли мы. Как говорится, девичья память. Ну, ничего, самого это есть запись. Спасибо, Наталья, спасибо. Вот красота. Вот, понимаете, Наталья партнер, который уже получил здесь результаты и уже попробовал и инструменты, да, и написать посты. То есть вот живые вам ответы, пожалуйста, смотрите, да, партнеры. Ага. В общем, ребята, смотрите, да, запись постараемся сохранить, и если кому надо, да, можете у своих наставников попросить. Наставники, обратитесь за записью. Ну все, тогда мы с вами прощаемся, а завтра опять будет 6 часов в Москве презентация. Приходите. Всем пока-пока.